Как в театр, но в театр сейчас в джинсах ходят. Ну, вот Алексей, давай, скажи вообще. Как я уже говорил, то есть главная тема в этом году – это главная премьера сезона, и сама площадка определяет формат. Мы после того, как приняли решение про оперный театр, мы пошли туда как гости. На самом деле очень мало людей туда ходит теперь в джинсах, и мы сами для себя определили, что вот ночь в оперном, она задаст определенный уровень, и ну, с одной стороны, так немного организует нашу публику с точки зрения нарядов, которые они себе могут позволить в этот вечер. И я думаю, что самая главная тема, которая будет этой ночью, это те люди, которые туда придут, и они создадут ту атмосферу, ту тематику. В нашем Екатеринбурге это не только не просто показ, который, естественно, является главным стержнем всего мероприятия. Это люди туда идут ночь посмотреть и себя показать. Это один из девизов последней ночи. Было это совершенно очевидно, что часть людей приходит просто ради того, что вот я здесь, да, видите, я смог. Это существует, вне всяких сомнений. Есть люди, которые только ролики идут смотреть. И, конечно, ну о чем говорить, мы не пустим людей в спортивных костюмах. Но джинсы это не криминал, но это уже, что называется, на совести каждого человека. Как он отправляется в оперу. Да, оно очень, так сказать, оригинальное мероприятие, которое в жизни, в истории вообще театра подобного не было ни разу. Но стоит посмотреть на наш фотопроект. Вот человек, увидев его, неужели у него в голове может родиться, что он надо в кроссовке туда идти. Но будет этот белый вороной там, но правда его не пустят, но все равно он будет белый вороной. Знаете, я хочу рассказать вам про то, как прошла 2 недели назад ночь в Иркутске. Дело в том, что там наши партнеры задали дресс-код. Он звучал так: Америка 20-х годов. И даже сделали приписку для тех, чтобы было видно. В стиле фильма «Великий Гэтсби». Вот так они написали. Вы знаете, я поразился тому, какое огромное количество, ну, процентов 70 наших зрителей там выдержали дресс-код. Они надели то, и я понял даже почему. То, что есть у всех в гардеробе, но то, что некуда вообще надеть. А как это показать другим? Там девушки пришли в таких нарядах, вот действительно Америка 20-х годов. И было понятно, что больше никуда так прийти невозможно, а на ночь пожрать не можно. Поэтому вот просто в вашем вопросе прозвучало то, что это как некая обуза. Ой, а как приходить? А наши зрители, они другие. Они это воспринимают как радость, потому что, о, у меня есть возможность надеть вот это. Это у меня давно висит в шкафу, и теперь я имею возможность прийти в театр оперы и балета, увидев, да, вот эти фотографии в этом замечательном проекте, одеться, соответственно. И вы увидите, что люди это делают не как некую повинность, а с удовольствием и с желанием, потому что этим они подчеркнут свою причастность к мировому проекту «Ночь пожирателей рекламы». На «Ночь пожирателей» ты, в первую очередь, женщина, можно поэкспериментировать, можно надеть нечто более яркое, чем всегда. Ну это же очевидно. Сколько у нас мероприятий в городе таких? Ну назовите вот реально. Где женщина может прямо вот разодеться? Кроме Нового года у друзей или там в ресторане. Но их мало. Их реально немного таких мероприятий. Сейчас, и чаще всего, еще раз повторяю, не по приглашениям. Это закрытые чаще всего вечера. Кажется, с той стороны был какой-то вопрос, да? Да. Да? Вы?